темой в родительском сообществе школьников и часто обсуждаемой в СМИ стала тема распространения среди обучающихся образовательных организаций опасных табачных изделий под названием снюсы. Вот какова сейчас ситуация с распространением снюсов в нашем районе? Буквально как две недели назад у нас на территории 46 точек было по распространению снюсов. Значит, все эти точки до сегодняшний день, в том числе и с помощью администрации города Балакова и Балаковского района, закрыты. Реализации снюсов на территории города Балакова сейчас нет. Эти снюсы можно приобрести только в интернет-пространстве. Если у кого-либо там есть информация, мы ее всегда готовы принять и в связи с этим, с общественностью плотно контактируем. Сразу выезжаем и реагируем. Вот. Снюс вообще термин до недавнего времени, это определяющий сосательный или жевательный табак. Вот. Оборот снюса, изготовленность табака, регулировался федеральным законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, это статья 14.53 КОАП. В соответствии с данной нормативной базой продажи на территории Российской Федерации табака сосательного полностью сейчас запрещена. Вот. Ну, в целях обхода данного запрета производители сменили состав товара, заменив табак на чистый никотин. Вот, именно из-за этого они обходили законодательство и пытались реализовывать. Вот. Но, однако, в случае обнаружения экспертов данной смеси опасных для жизни и здоровья веществ вот, при изъятии, да, ну, соответственно, мы наступает уголовная ответственность по статье 238 УК Российской Федерации. Лайкеры, зажигалка, тут индивидуальные предприятия есть, красное, белое, торговый центр Гринхаус. Вот всего 46 торговых точек, она уже прекращена. Инспекторами ПДН, вот у нас был случай 13.12.2019 года, был выявлен факт продажи продавцом торгового павильона табак. Вот, несовершеннолетней гражданки никотинового пакета «Сарвоз» в количестве одной штуки по цене 300 рублей. Это вам как пример просто запрещенных розничной продажи. Что шло в нарушение статьи 20 федерального закона и номер 15 КЗ. Изъята одна банка никотинового пакета, направленная следствию. По состоянию на 25 декабря значит, на территории города Балаково торговля данным видом товаров прекращена в этих магазинах и киосках. Вот. Мы проводим, ну, сейчас вот у нас, скажем так, со школами небольшая заминка. Эту работу мы проводили в учебных заведениях, в школах, поскольку подобные жалобы и факты, скажем так, возникали очагово в тех или иных учреждениях. Но на сегодняшний день информации ни от преподавательского состава, ни от детей об употреблении снюсов на территории учебных заведений нет.